Всем привет! Мне пришла посылка из интернет-магазина Лабиринт. Смотрите, какая прелесть! Это такая раскраска для взрослых. Вообще, я к раскраскам равнодушна, но когда я ее увидела, все, дыхание сперло, сердце забилось, а потом куда-то в пятки ушло. Тем более, это единственный сад. У меня книга есть, к которой я очень тепло отношусь. Фрэнсис Элизабет Бернет, «Таинственный сад» тоже называется. Поэтому там есть еще такая же, но про лес, что-то фантастический лес. И говорят, что там интересен, но я взяла все-таки «Таинственный сад», он такого широкого формата. Давайте я посмотрю, почему она все-таки называется для взрослых. О, видите, сколько здесь подробных элементов. Упс, Аська, простите. Подробных элементов, которые требуют тщательной проработки, буйной просто фантазии. Вот дерево. Обожаю деревья, кстати. Насекомые. Ну и вместе с заказом мне пришли пакции. Три закладки, они такие в одной упаковке. Сейчас покажу. Так, вот такая. Ну, уже ее видели. Потом такая вампир несет. А, это Дориан Грей, наверное. Точно, это Дориан Грей, намек на него. С обратной стороны. Вот. А тут вот. Что за звук такой я издаю? Ну и третья закладка. Такая вот с дракончиком. А, такая а-ля Китай, а-ля... Нет, это Япония, однако. Ну и собаты стены. Вот такие они называются литературными, то есть... Да, вот этот портрет Дориана Грея. Потому что здесь портрет. Это, видимо, что-то сказочное, потому что здесь такая цветочная фея. Здесь Белоснежка. Ну и, наверное, китайские какие-то сказки или истории, или... Ой, японские, самурайские. И цветы не... Хризантема. Хризантема, это, по-моему, да, это японский цветок. И сакура точно определенно, это Япония. Такие замечательные закладки, мне очень нравится. Да что ж, у меня там сова заулькалась. Вот такая посылочка, я очень довольна. Сейчас буду сидеть, наслаждаться. Всем пока!